Сегодня глава муниципалитета проверила состояние катков в Серпухове. Трескучий мороз – лучший помощник в организации ледового покрытия. Всего этой зимой в Серпухове и территориальных отделах будет действовать 20 площадок. Некоторые еще продолжают заливать. Юлия Купецкая вместе с представителями администрации и депутатом Юрием Бородачевым посетила катки на Советской, в парке «Питомник», на улице Декабристов и в поселке Пролетарский. Глава округа гладкость покрытия оценивала лично, встав на коньки. О качестве заливки говорила и с главными экспертами, постоянными посетителями коробок, серпуховскими ребятами. Юные хоккеисты делились впечатлениями и озвучивали свои мысли. Напомним, что, посещая катки, стоит соблюдать меры безопасности. Стандартная коробка позволяет одновременно находиться на льду не более 18 человек. Подробнее смотрите в понедельник в выпуске новостей.